дорогие друзья, очередная FIFA Mobile. Не знаю, против кого играем, но и, ребят, вообще, я сегодня хотел не играть. Сегодня у нас как бы будет проба. Мы откроем одну пачку игроков и посмотрим, выпадет нам ли кто-то хороший. Мы идем, о, как отлично, уже магазин. И каждые сутки у меня одна бесплатная коллекция, поэтому сначала я возьму бесплатного игрока. Надеюсь, он какой-то хороший. 3, 2, 1. Но, как всегда, бесплатные игроки. Лучше потратить хорошие деньги и купить себе достойного игрока, чем даже за бесплатно купить себе не очень, так скажем, достойного. Итак, если здесь что-то... Вот, ребят, я хочу купить вот эту штучку. Набор профи. Один золотой или больше ценных игроков. Серебряный или больше. И два бронзовых или больше. Он стоит 7500, а у меня 10 тысяч. Ну, давайте 3, 2, 1. Фух. Открыть набор. И... показать все! О, ноу. Но вот здесь есть игрок Арсенала и Байерна. И еще, ребят, давайте пойдем к планам. Так, подождите. Я думаю, я пойду не в наш сезон, а в события лайв. Здесь одно сообщение пришло. Ключевой фактор новый, так нужно это попробовать. Испытание какое-то. В этом видео я не решил с вами играть матчи, а решил просто... удар! Оу, ноу. Ну, я понял тут задачку. Легко, просто я хотел в перекладину. Ну, это... и... последняя попытка. Ах! Вот так я... и мы сделали это. Ключевой фактор. Так, показать все. Вау! Эскаланте, вот это да! Хороший игрок. Мы обновили состав и еще один у нас бронзовый трофей. И там жетон какой-то, да, жетон бронзовый. Топ трансфера, давайте это тоже попробуем играть. Вау. А, вот здесь вот так надо, да? Ох, нет, или... ну, или да. Все равно получилось. О, вот теперь будет тяжело. И только нужно в девятку левую попасть. Осталась одна. Ребят, и там уже закрученный мяч был. И опять у нас даже две карточки и контракт. И еще контракт. Вот это да, теперь планы. Так, улучшение. Есть ли?
если тут Неймар. Ну так, ребят, сейчас посмотрим. Хазар. Эден Хазар. У меня только одна синяя звезда нападающая, и у меня появится Хазар 85. Сезонный Неймар, вот он. Ох, нет, это не это мне нужно. Вау. Пауэрэй. Мне нужно 10 жетонов пауэрэйда. Ну или... Здесь нужно 35. Давайте мы идем. Тренировка си. Новая. Новички. Вот это тоже интересно. Посмотрим, что здесь будет. Ах ты. Вот это, по-моему, легко. И да. Первый раз было достаточно легко. И второй тоже. И третий. И четвертый. И пятый. И последний раз. Ой, нет. Черт. И... Да, я. Девятку. Продолжить. И новички. Новички. Вау! Выиграл! 75! И давайте обновим состав. Состав обновлен. Ну, ребят, спасибо, кто смотрел. Я очень рад. Сегодня у меня два новых игрока с счетом 75. И спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем моем видео я покажу вам, как скачать FIFA Mobile. Всем удачи и всем пока.